Всем привет, друзья, добро пожаловать на мой канал. А я одна, без детей, без кого, без всего, без всех. И еду отдыхать в отель. Да, ну я еду с подружками. Боже, какое прекрасное настроение, супер вообще. Единственное, что я очень поздно выезжаю, я сейчас с работы иду. У меня была встреча там, вот. Но вот иду сейчас на такси, поеду на такси, на машине решила не ехать. Решила отдыхать, так отдыхать. Вот у нас запланирован там целый день, буду вам показывать, отель показывать, все рассказывать, что будем делать. В общем, будем проводить классно время с девочками. Муж у меня улетел в Стамбул, у него приехал брат из Америки, дети в школе, Настя у мамы. Ну, в общем, я еду, ну, как отдыхать, наверное, больше даже работать, потому что буду постоянно снимать видео. Так, я уже приехала. О, кто знает отельчик? Отель называется IC Green Palace. Я в нем отдыхала несколько раз. И хороший отель, ничего не скажу. Но летом, по-моему, мы здесь не были. Ну, как летом, сейчас уже осень, конечно. Вот, но еще сезон продолжается. Здесь полноценный, конечно, сейчас такой отдых. И поэтому мы посмотрим. Питание, территория, что открыто, что закрыто. В общем, все хочу пройти, посмотреть. И сейчас дальше ставлю вам кусочек завтрака. Я попросила девочек, они уже приехали. Я попросила их снять мне завтрак, потому что я поздно приехала. Вот. И давайте вставлю в это видео, посмотрите. This is the only countries and the smoking. Yes. Remember this one, what? Ничего не поменялось. Вот тут такой ресепшн. Сейчас жду девочек. Лера с Ксюшей должны подойти. Они как раз только позавтракали. Говорят, беги давай быстрее завтракать. Еще 6 минут есть, до 11 завтрак. Я говорю, не. Сначала, говорю, будем снимать видео, ходить, все смотреть. А потом уже отдыхать будем. Потому что в первую очередь я, конечно... Всегда, когда мы ездим, чаще всего, когда мы ездим в отеле, я сначала снимаю видео. Итак, значит, отель называется IC Green Palace. Находится он
в районе Кунду, от аэропорта ехать 15 минут всего. И очень хорошее место расположения, огромная территория, семейный отель. Здесь большой такой бар, и сразу можно взять какие-то десерты. Темно, правда. Сэндвичи, приключить. Ну, в принципе, я говорю, почему бы не пошла на завтрак, потому что я не переживаю, здесь всегда везде можно поесть. Отель работает по системе ультра, все включено, поэтому здесь всегда есть много еды, разные напитки, алкоголь импортный. Ну, в общем, если вы соберетесь отдыхать в этот отель, то этот отель прям вот на 100% вам понравится, потому что здесь есть абсолютно все. И также хочу сказать, что если вы планируете отдых в Турции или в любой другой стране, то вы можете перейти по ссылке в описании у меня под видео. Есть прекрасный сайт по бронированию отелей, выгодные предложения. Обязательно воспользуйтесь. Ну, как бы выгоднее всего бронировать именно на этом сайте. Внизу под видео в описании просто нажмите на кнопочку описания, и у вас будет там ссылка написана, прям выгодные турпакеты. Можете переходить бронировать. Ну, в общем, лобби такой большой, довольно-таки просторный, немного темноватый. Ну, вечером здесь все подсвечивается. Мы когда здесь отдыхали зимой, здесь была живая музыка. Много раз мы были в этом отеле. Он мне всегда, собственно, нравился, потому что отель очень зеленый. Но он и называется IC Green Palace. Какая красивая здесь территория, просто обалденная. Сеть отелей. Как я уже сказала, вышла опять на улицу. Тут уже встретилась с Лерой, с Ксюшей. Они вот тут уже начали тоже видео снимать на свой YouTube-канал. Сейчас еще погода хорошая, не так жарко. То есть, ну вот сейчас получается октябрь. Девочки снимают, тоже вам расскажу. Здесь две вот эти вот полки. Это бесплатный алкоголь, который включен в стоимость. А на верхней полке это платный. Так вот покажу, потому что очень часто спрашивают меня. Также есть еще пиво в бутылках. Три или четыре варианта. Так, мы спустились вниз. Получается, здесь основной ресторан. Вот, девочки сказали, что, ну, хорошее питание. Завтрак, как вы видели тоже в видео, вот то, что я вставила. Такой, ну, я покажу вам здесь обед. Ужин тоже покажу. У нас на вечер еще а-ля карт ресторан здесь забронирован. Итальянский. То есть тоже я сделаю отдельный обзор. Посмотрим, какой тут итальянский ресторан. Боже, какая красота. Мне кажется, как будто народу немного. Хотя отели обычно всегда они все полные, забитые. Мы хотим пойти на пляж. Вот. Но я не буду делать прям полный обзор отеля. В принципе, он есть у меня на канале. Я буду по факту просто рассказывать, что здесь, где здесь, как здесь. Вот, вы уж будете смотреть. Походу, можете вопросы задавать также. Очень много бассейнов. Здесь получается основное здание вот это вот. Вот так вот идет. И туда дальше, там бунгало. Вот тут много. Зимой бунгало закрыто. Отель, кстати, работает зимой. И также здесь еще есть бассейн с подогревом, с горками. Он с подогревом, мы к нему подойдем. Здесь шикарный детский клуб. Если вы отдыхаете, планируете отдыхать с детьми, он прям, ну вот, очень клевый. Тут бар есть. Вот он получается. Тоже пиво бутылочное, можно подходить и брать. Прям вот в холодильнике. Вот смотрите, на территории такие вот холодильники, как я уже сказала, можно подходить, брать. Вот пиво есть такое, вот Корона, Миллер, Бомонти, Бэкс. И водичку можно взять. И Корона есть. Мы водичку еще будем пить сегодня. Все встали возле холодильника. Идем дальше.
Вот здесь вот очень классная кофейня. Я думаю, мы в нее тоже сходим обязательно. Попьем кофе, что-нибудь перекусим. И здесь начинается детский рай. Просто детский рай, потому что тут огромное количество разных горок. Огромный детский клуб. Причем по возрастам, разный возраст. Вот. Моим бы детям тут точно понравилось бы. Ну, мы сюда зимой только ездим. Зимой вот это вот не работает. Работает только аквапарк дальше, который. Там вот с подогревом вода как раз. Хорошо здесь погулять. Я помню, здесь этот номер был прям. Иногда, кстати, зимой на него тоже очень хорошее спецпредложение бывает. Вот смотрите этот отель для зимнего отдыха. Можете прямо сейчас перейти по ссылке в описании и посмотреть на него цену. Потому что отель, конечно, для отдыха шикарный. Здесь прогуляться можно. Ой, здесь какой-то типа зоопарк. Раньше, кстати, не было, мне кажется, либо я не помню. А, здесь козочки всякие. Барашки, козочки. Такое. А здесь куриная ферма. Курицы есть. Вот можно с детьми сходить, вот погулять тоже. Петушки, курочки. Очень часто, кстати, в турецких отелях бывают. Это ну, такие типа мини-зоопарки. Вот этот вот. Да, аквапарк шикарный здесь. Вот он как раз таки с водой, с подогревом. Да нет, не хочется. Так он сейчас начнется уже, наверное, дарство в 11:30, скорее всего. Ну да, либо после обеда. Бассейн с подогревом, вы говорите, да? Вот аквапарк с подогревом. Только аквапарк, да. Зимой, да, с ноября будет. Мы какими-то окольными путями идем. Ты что-то все хочешь. И аквапарк, и в дартс поиграть, и это. Ну, надо все успеть это сделать, да. Вот, тут много горок прям хорошие такие. И детский клуб здесь тоже. Ой, куда-то я иду. Вот. Везде, видите, такие как бассейны какие-то сделаны, как озеро. Такие небольшие. Очень красиво. Что там хихикаем? Да, Ксюша говорит, что аквапарк не пойдет, я не знаю, затычки в уши, я говорю, дожили, блин, старые, тетеньки. Она предложила один вариант, посмотри, что это, мы не будем делиться. Ну что, зайдем сюда? Нет, давайте в мини-клуб, вон там, с той стороны, вот. Девочки, а снэк-бар, я вот не помню, где здесь? В море. В море снэк. Нам еще надо где-то переодеться. Купальники и уже такой туристический вид принять. А то мы ходим вечно с этими телефонами. Все, мы обошли вот с той стороны, на самом деле, можно было с другой стороны, в общем, пройти. Смотрите, какой огромный детский клуб тут. Прям реально народу как будто бы мало. И шезлонги вот есть, все. Но я говорю, отели сейчас в Турции все полные. Октябрь это вообще прям забитый. Девочки, пошли аквапарк поближе смотреть, а я подойду в детский клуб. В общем, все, мне уже захотелось с детьми поехать в отель.
тоже какой-нибудь такой на все включено, чтобы у них везде было раздолье. Надо рассмотреть варианты. Ну, сейчас с ноября как раз-таки, погода в ноябре еще будет хорошая, но вот с ноября как раз уже цены начнут падать, и можно будет уже отдыхать. Есть такой вот лунопарк небольшой, тоже по времени работает. Тинейджер-клуб, это для подростков. Вот по времени лунопарк работает в определенное. И тоже здесь разделено на возраста. То есть есть прям для совсем маленьких, от 0 до 3 комната. Есть вот от 4 до 12, обычно, или до 8 лет. Здесь вот амфитеатр такой вот. Какие-то представления, видимо, детские. Ну и сам мини-клуб, его не буду заходить, в принципе. Он обычный, стандартный, большой. PlayStation есть для детей, разные развлечения. И работает он, по-моему, до ночи. Прям давайте тоже гляну, чтобы уж точно мы все знали. Да, вообще работает с 8 утра до 12.30, потом с часу 30 до 7 и с 8 до 12. Шикарное время, то есть целый день практически дети могут быть здесь. Детская дискотека 8.15. Все, так вот. Все, идем дальше. Пока девочки там снимают обзор, я немножко с вами поболтаю. Значит, что касается отеля. Огромная территория. Вот кто любит большие отели, кто не любит, например, маленькие, чтобы некуда было ни пройти, ни выйти, и приходится постоянно куда-то в город уходить, гулять где-то. То есть отель такой, покупаете путевку, там, например, на 10 дней, приезжаете и никуда не выходите, никуда не ездите. Максимум можно съездить на шопинг. Шопинг, кстати, здесь ближайший, это торговый центр Террасити, либо Дипа. Отсюда автобусы ходят очень удобно. Чтобы выйти за территорию, здесь нет ничего. То есть тут нету ни базаров, ни магазинов, ничего. До базарчиков нужно будет идти минут 10-15, а то даже больше. Вот, то есть отель такой, приехали и в нем вот отдыхаете. Питание есть везде кафе, ресторанчики, попить, то есть полностью все есть. Бассейны, захотели горки, детский клуб захотели, пошли. Пляж также, мы на пляж еще тоже пройдем. Ну, в общем, тоже очень все хорошо. Номер, к сожалению, я не покажу. В принципе, мы можем пойти спросить, могут ли нам номер показать. Я думаю, нам покажут. Но у нас уже, у меня на канале уже был обзор этого отеля, и как мы отдыхали здесь, и обзор номера. В принципе, в интернете куча фотографий, все это есть. Но я, когда снимаю видео, мне больше хочется показать вам, ну, такие более живые, наверное, видео, да, не конкретно там это вот мини-клуб, это основной корпус, на территории столько-то бассейнов, столько-то номеров. Я думаю, что это не очень важная информация. Мне кажется, больше важнее это вот как обстановка, да, в отеле, то есть как, много ли народу. Кстати, по поводу тех, кто отдыхает, здесь в основном отдыхают иностранцы, русские, турки. Ну, такой микс, здесь нет такого, что там 90% отель русскоязычный, нет такого. То есть тут-то такое, как бы, все национальности есть в этом, как бы, ну, не знаю, для меня обычно вообще без разницы, кто отдыхает в отеле. Главное, что мы отдыхаем и думаем о себе. Вот, а об остальных уже, как бы, все своими компаниями, семьями отдыхают. Очень много, говорю, детей в этом отеле, потому что отель такой более детский. Тут, конечно же, есть также дискотека есть. Если вы захотите приехать, например, там, только с мужем, да, отдохнуть, то, в принципе, этот детский клуб, он особо не будет мешать. Он находится в стороне, не на главной, там, посреди, да, территории, где дети тут сумасшедшие бегают, нет. Отдельно в уголочке, отдельно аквапарк, то есть вы можете спокойно выбрать бассейн, например, 18+, да, где нету детей, спокойно отдыхать, загорать, также и пляж, как бы покушать в ресторане, где-то укромненько можно сесть. Нет такого, что прям детский отель, дети на голове стоят. Спокойный, тихий, семейный, хороший отель. Ну вот, а что еще здесь такого интересного, что можно вам дополнить? Мне на самом деле, так как я в этом отеле уже была не один раз, мне уже тут все как бы понятно, никаких вопросов к отелю я не имею. Вот, но если у вас какие-то, да, есть вопросы, можете писать в комментариях. Мы идем сейчас на пляж, в следующем видео уже покажу. Друзья, не забывайте, что у меня есть два YouTube канала. Это главный канал из Турции о Турции. И второй канал называется «Татьяна Яшасын». То есть либо тогда, либо туда я выкладываю видео параллельно в день. Обычно на каждом канале у меня выходит по одному видео. Если ничего со мной не случается, то я и туда добавляю видео. То есть продолжение этого видео уже можно будет смотреть на втором канале. Будем прощаться с вами. Увидимся в следующем видео. Не забывайте, ставьте лайки. Дальше мы будем отдыхать, показывать вам все-все-все. Питание и
напитки, и а-ля-карты, в общем, много всего интересного. Жаль, что я не с детьми, хотя, ну, разочек можно и без них отдохнуть. Все, ладненько, друзья, всем пока-пока, увидимся.